А в чем заключается сложность в этой игре, я не помню. Без понятия. Как быстро ты будешь голодать? Ой, их предметы. Ты сейчас тупо да стоишь, я понял. Да. О, ты не обзывайся на видео. Я такой нету. Отдай. Не дам, мое. Я тебе сейчас отпишу своим маркером. Ты похож на быдло. Я тебя сейчас отпишу своим морганием. Троллд. Пацан, смотри на эту бумажку. Меня сейчас убьют, Егор. А у них же нет терпения. Почему им нормально? Видишь, он же идет. Пацаны! Йоу, мамэн! Держи мухлатуру! Вернись! Быстро вернись, пока не поздно. Мы умрем. Смотри, вот и я. А я где? Я не знаю, где. Тебя нету. А, ну, смотри, вот они. Было, вот они, смотри. Это сейчас тут такой. Уи. Ты где? А я ушел уже. Ну почему ты меня не подождешь? А я думал, ты ушел куда-то. Нет. Подожди, подожди, туда нельзя идти, нас убьют. Блять, главное не обосраться. Ну, смотри, кто-то уже обосрался. Вижу. Че? Давай, веди, куда пойдем. Я знаю. Кто там? О, фак. Бра. Я марафон пробежал. Марафон? Да, я два раза тут умер. В смысле? Тут же вот такой вот. О! Я тебя понял. Блядь. Вот тут дверь открытая, пошли туда. Так, лифт. Конечно, это немножечко тупо выглядит, ну да ладно. Да, там, где хранятся класс D. Йоу! Йоу, выходи обратно. Йоу, это он. Так, давай моргать по очереди, если чё. Смотри, сейчас он тут будет. Йоу! Давай моргать по очереди. Я моргнул. Так, я моргнул. А он нужно, чтобы подошел, он пытался стоять прямо на входе. Так, все, можем проходить. Я моргну. Я прохожу. Я моргаю. Ты. Моргаю. Пошел нахуй, козел! Чуть не спринтуешь. Закрой дверь с собой, ёпта. Да я, блин, пытался, но не получилось. Чё? Передо мной сейчас появился тот дружок. Оу, oh, фак. Давай пойдем отсюда. Кто? А что там? Хуи. В смысле хуи? Ну, хочешь, посмотри на него. Них. Зачем? Хобель, козёл. Я закрыл его, лошара, блядь. Пошел нахуй! Блять, никогда так давно страшно не было. Как будто мы по кругу ходим, честно.
Так, а ты же вроде сказал, это длинные коридоры. Это длинные коридоры, но говорю, чувствуется как будто по кругу, потому что они ебаные одинаковые. Не торопись. Вижу, они совершенно одинаковые, блядь. Ну да. При приближении к нему субъект сообщает о наличии аномальных сенсорных явлений, в том числе запахов, например, пепла или приготовления мясной пищи. Звуков, например, тихого плача, слабого сердцебиения или дыхания. У меня есть 9 вольт батарея, нахуй. Еее. Да, О. Нам пизда, смотри, да? Смотри, вон он. Почему они стоят, блядь? Он такой улыбается, парень. Ой, какой грустный, смотришь, блядь, вниз. Посмотри на этого чувака, он такой веселый. Да в натуре. Хе-хе. Не обзывайся. Что это было? Кто ссыт, блядь? Йоу, люди живые! Как жалко, что они сейчас умрут. Возьму еще батареи. 9-вольтовых. О, Егор! Здесь этот чел! Я знаю. Ты к ним побежал туда? Че? А, свежий дух. Ну заслужило, что, надо было убегать. Блять! Опять эта хуйня, ловушка Джокера. Готовься. Помнишь как? Подожди. Да, 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 давай ты, мастер. О, видишь, говорю же легко. Чи. Ты тоже у края стены ходишь? Что там? Там спецназ, пошли обратно. Хорроры, страшно. Жирно, да? Егор, мне страшно, открой дверь. Сыга, ты ее закрываешь, блядь, сразу же. Ебать, я обосрался. Тут лифт, пошли в лифт. Пойдем. Он будет вниз нас вести. Ну сейчас мы узнаем, какой тут объект. Все, можем не идти сюда. Все. Блять. А чё, идем назад теперь? Ой, бля. Ну давай испытаем. Ау, сломан. О, нужно сохраниться здесь. Оу, фак! Открывай дверь! Я открыл. Я чуть не умер. Мы сейчас немножечко умрем. Йоу! Карточка! Что? А, нет, кошелек. Знамя где, кстати, бежит? Да, я в курсе. Вот он. А где? А, Егор, помоги. Чем тебе помочь? Я не знаю. Теперь точно нет. На, почитай ему. А, подожди. У меня он есть кусочки литературы, если хочешь. Так, подожди. Кошелек мой. Так. А, я нашел 2 монетки. О, круто. Нам они понадобятся. Читай вслух. Давай. Спаси, сохрани бедную душу, пожалуйста. Опа, мясной чувындрик. Сука, он... А ты, сука, у тебя рация была все это время. Ну да. Ты не сказал. А зачем она нужна? У меня были батарейки. Так, ну я твои никель, я твои шекели нашел, еще пытаюсь до тебя дойти как-нибудь. Да, лучше тебе дойти до меня. О, вот ты. А, блядь! Уга! Уга, буга, буга, буга! Забери свою литературу, я не хочу ее. Будет очень круто. Будет очень эпично, если мы вернули. Мы сделали большой круг. Блядь, серьезно? Мы сделали чрезвычайно жирный. Слишком жирный круг. Погоди, если мы сделали круг. Как мы оттуда пришли? Он же был закрыто. Стой, встань около них.
Семейная фотография. Так, ты нажал на кнопочку P, чтобы пописать. Чтобы шкала мочевого пузыря не увеличивалась. А что, можно так? Не, я троллю жирно. Здесь красная комната. Мы здесь были. Мы здесь когда-то SCP контейнер бич закрыли. Да, контейнер бич. Привет. Че, пойдем? Слышишь, да, че? Слышишь, что я играю, да? Нет. Он тогда батарею зря тратит. Это я вовремя пришел. Фух, слушай. Ну, дед дает вообще на передел. Надо было убежать из этой комнаты. О, слушай, ну дед дает, надо еще на передел нам в комнату. Поэма. В другую сторону. О, йоу, вент, типа Амогус. Так, мы снова здесь. Комната, мы встретились. О, карточка! Бля, теперь опять ищи что-нибудь. Теперь в обратную сторону пошли. О! Оу. Так, мне не нравится эта комната, погоди. Не заходи туда. Там статуя. Как ты закрыл? Закрой это обратно. Так, окей, смотри. Разбил. Все, выходим. Выходим, уходим. Погоди, Скоро. Нет. Я волонтер. А, блядь! Так, я закрываю дверь. Нет, не закрывай дверь. Нам надо выбегать как-то. Все, моргнул. Such a nice ass. Карточка второго уровня моя. Угу. Слышь, Егор, вот он. Эпик. Первый карточка. Какой уровень? Второй, слава богу, только нашли второй. Хорош. Так, здесь я так подберу аптечку. Полная, в кавычках, защита. Документация. Доктор Л. Эльданс. Доктор... Посмотрим, так, я правильно сделал или неправильно. Доктор, it's not. Не знаю, зачем я это пишу. Скорее всего, я единственный, кто остался в живых или в своем уме. Я помню, иногда еще где-то могут заспавнить или очень долго этим фигней заниматься. Маленький! Бежим отсюда! У нас есть 2-3... А, кстати, братан. Держи. Thanks, brother. Мой лысенький друг. А слушай, а куда эти двери ведут? Ну смотри, SCP-500, SCP-1499. Кто они? Без понятия. Давай проверю. Я не надо. Также по этому ландшафту перемещаться далее называется один по описанию подопытных с собой высоких обнаженных гуманоидов с темной кожей. Да. Ну я его взял, если что. Нет, блять, выкинь! Его не стоит трогать вообще. Я просто забираю как артефакт, который можно будет продать. Погнали. Так, мы отсюда вот, да, бежали. О, давай не пойдем сюда. Да, что-то я тоже, знаешь, у меня... Дадут нам еще одного деда или как? Заебись, игральную карту хочешь? Давай. Четвертак тоже можно, хотя нет. Нихера же ты, блядь, выкинул макулатуру. А вдруг из них что получится? Я уверен, что ничего не получится, потому что я поставил на очень хорошее. Это в основном хуйня полнейшая. О, оригами. Спасибо. Ну хоть что-то. И карт второго уровня. Тупой SCP. Как у тебя макулатуры было. Игральная карта, радио, игральная карта. Вообще никакая не изменилась. Он в жопу. Ты какую группу уважаешь? Я тебя спрошу. Ты какую первую группу уважаешь? Ты первую группу уважаю, сэр. Я ненавижу 301-ю группу. А на что я поставил? Один на один. Я уважаю группу 201. Моргай.
Да ну, забирай. О, круто, как раз вовремя. Погнали. Ты понимаешь, сколько нам дверь? Мне пизда! Ты умер? Нет. Нормально, беги тогда. Иди, в смысле. Так, где? Вот тут вот были. Почему моему интересно, мы невкусные, блядь? А, он дед, он ломает коленки нам. Короче... Блядь. Охуенно. Я открыл дверь вовремя. Ебать, я просто обосрался. Надо смотреть внимательнее теперь. Реально тупо. Я шутил то, что он на голову просто падает. Реально упал на голову. Теперь что, ищи наши карты, блядь, называется. Мы недалеко тут где-то, поблизости же. Так, я дверь нахуй закрываю на всякий случай. Это твое, да? Чё там, мое говно? Привет, старый я, как дела? За собой закрывай дверь, кстати. Так. Егор. Иди, брат. Да. Ты когда говоришь статуя, говори в правдеподобной степени. Это мы можем доктора заспавнить. Погнали, спавним доктора. Он нас убьет, да? Смотри, смотри по камерам. Можно сохраниться тут даже. Вон он, видишь, видишь, идет. Это он к нам идет, да? Да. Видел, как залетел. Смотри, смотри. Сейчас придет. У тебе не терпится, да, увидеть доктора? Вон он. Лимау, тупой доктор. Азазазаз. А, она сломана. Йоу, юху. Привет. О. Ага. Че, ничего не можешь, да, тупой доктор? Hello, smiley face. Чё, как? Ты страшный, ты в курсе? Может, так вот? Нет, это на него не работает. Он не настолько тупой. Грустно. Грустно смотрит вниз. Он говорит, не убивает? А он застрял, он лошара тупой. Он застрял, он лошара тупой. Так, смотри, я сейчас от этой фигни отойду, он тоже от нее отойдет. Эй, привет. Да, блин. Он на тебя загрелся, уйди отсюда. А что, вам типа не выбраться, да? Да, я сейчас его загрел. Во, все, погнали. Блядь! Зритель, ты что, блядь, делаешь? Я могу его вообще оставить тут. Почему ты это сделал? Спасибо. Че, обосрался? Переходи на закрывай сразу дверь, чтобы этот доктор не пришел к нам. Ха-ха-ха, смотри, статуя. А, нету. Третьего уровня карточку, да? Да, у меня третий уровень, мы пытались сделать четвертого, но каждый раз появлялся король. Кто сосет? А в другом жопу раз. Йоу, Евклид, йоу, это поможет нам. Типа не он, да. Это нам поможет, ты чё? Hello. Ребята. А, его спиздили, ничего себе. Нет, вот он. А чё он делает? Он длинного чувака призывает, который показывает на выход. Короче, это как работает с этим, с этим призывным, он, короче, на секунду появляется, показывает, где выход. Газ. Там газ. Газ. Йоу! Если мы его спасем, он нам что, поможет там? Мистер Халлариас, он скажет, куда нам идти вроде. Ага. Мы не сможем... Это мирный, да, Денис? Слышь, у меня второго уровня, давай твой. Нам нужно пятого уровня, слушай, это кетр. Блядь. Целый кетр. Катит красный, Денис, ты чё? Так он нам даст проход вроде как. Так он нет, же опасный, он же маска. О, он добрый на самом деле, это просто мы дауны. О. Нет, я просто иди через газ. Я видел кровавую бумажку, я могу, может быть, по ней можно что-нибудь посмотреть. Может, не прочитать? Я не знаю, у тебя получится что-то прочитать? Я даже не понимаю, что написано. Пошли, не иди туда. Там еще хуже. Ладно, ладно, идем. Секс на ночь.
дабл килл. Нет, я этот забрал. Он нас обоих забрал. А, да? Да. Можно? Сейчас проверяю. Я умер. У меня не получилось выжить. Че, хочешь с нами потом втроем поиграть? Нет.